является 15-й юбилейный симпозиум Мирастом. Да, эти симпозиумы проводятся на протяжении 15 лет, каждый год. Собирали довольно много народу, много врачей, стоматологов, которые интересуются темой имплантации, костной пластики, парадонтологии. Было очень много участников с известными именами, это и Симеон был, и Карло Тинти, которые делали очень интересные доклады. В этом году тема моего доклада будет посвящена отдаленным результатам имплантации костной пластики. В последнее время, последние 2-3 года, наблюдается какой-то очень странный большой прирост случаев осложнений, которые приходят в нашу клинику, связанные с отторжением имплантатом через год, через 2 года, через полгода после установки. Это во многом связано с появившейся такой тенденцией, я бы даже стал такой модой, на короткие имплантанты, на технику, так называемую, все на 4, все на 6 имплантантах. Это может быть и оправданная техника в каких-то конкретных клинических ситуациях, но массово, необдуманно применять эту технику, я считаю, очень необоснованно, что показывают случаи, которые я буду показывать в своем докладе, случаи вот необоснованного применения маленького количества имплантантов, причем маленького размера, 6-7-миллиметровые имплантаты. Я покажу отдаленные результаты такого подхода, отдаленные результаты костной пластики, отдаленные результаты направленной генерации костной ткани. Вот. По этой методике мы работаем очень давно, более 20 лет. Вот, и наработали довольно большой материал, много клинических случаев, много успеха, много различных вариантов костной пластики, которые мы делали. Поэтому я со всем этим поделюсь.